сегодня, 27 марта, начинается третий день чемпионата России по лыжным гонкам. Наконец-то солнце решило нас порадовать своими ясными и теплыми лучами. Но несмотря на это, даже ясный день не может отменить те ужасные события, которые произошли в городе Кемерово. Мы выражаем соболезнования всем людям, которые потеряли своих близких и родных. Третий день чемпионата России по лыжным гонкам начался с индивидуальных забегов на 10 и 15 километров классическим стилем. На старт вышло около 160 человек. Среди них была и уроженка Сосногорска Юлия Белорукова. Спортсменка на этом чемпионате впервые вышла на лыжню. Она до последнего боролась за награды. Однако по итогам гонки осталась лишь на пятой строчке протокола. 16 секунд. Наталья Руденко, Красноярский край, 58 минут. 31 минута, 48 и 4 секунды. Победила Наталья Непряева. Бронзовая призерка Олимпийских игр в Корее завоевала второе золото на чемпионате России. Второе место у Марии Гущиной из Ханты-Мансийского автономного округа. Третье место у Анастасии Седовой, которая выступает за Нижегородскую область. Наташа, молодец! Еще одна прославленная лыжница из Коми, Ольга Царева, заняла четвертое место. Ну, сложность была только одна, это мое самочувствие. А завтра на этом участке будем в комплекте. Вот продолжим чемпионат России по лыжным гонкам. Программа говоря, очень приятно, что болели земляки. Очень так тепло меня здесь встречают, переживают. Конечно, это очень мотивирует, очень помогает и очень приятно. Я себя здесь чувствую просто как свой человек, и очень комфортно мне здесь, мой родной стадион, я здесь выросла, я здесь тренировалась очень долго лет, поэтому мне здесь безумно комфортно, я здесь дома. Никак дома, именно дома. В мужской 15-километровой гонке победу одержал призер Олимпийских игр Александр Большунов. Он на 40 секунд оторвался от серебряного призера другого члена сборной России Александр Бессмертных. Сергей Устюгов, победитель в спринте и скиатлоне, не принимал участие в индивидуальной гонке из-за плохого самочувствия. Бронзовую медаль на чемпионате России по лыжным гонкам в классике завоевал спортсмен сборной команды Республики Коми Илья Семиков. Это первая медаль нашего региона на чемпионате. По словам лыжника, попасть в тройку помогла домашняя трасса. Как вы считаете, этот результат лучше или вы могли пробежать еще быстрее и круче? Ну, если бы мог пробежать, то пробежал бы. Это все, на что я сегодня способен. Большунов в очень хорошей форме, и он это сегодня доказал, выиграв не 2 секунды, не 3, а 40. Если бы кто-нибудь боролся рядом со мной и было все в секундах, возможно, это еще бы был лучший результат, так как в борьбе бежал последний круг, и мне сказали то, что 30 секунд. Все говорили, все, беги, отдыхай, и поэтому немного сбивали мое настроение, но я постарался доработать до конца. На стадионе каждый день во время чемпионата трудятся волонтеры. Ну, волонтерством мы в основном занимаемся уже 4 года. Ну, это наше, наверное, признание, то, что мы не успели сделать молодые годы, решили сейчас в пенсионном возрасте пополнить. И вот мы сейчас нас очень часто приглашают на субботники различные для проведения мероприятий, праздников по всему городу. Напомним, чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 24 марта по 1 апреля на Республиканском лыжном стадионе имени Раисы Сметаниной. На главные лыжные старты страны приехали около 270 спортсменов из 41 региона. В том числе 19 лыжников представляют Республику Коми. Софья Мальцева, Юлия Митилева, Александр Мирошниченко. СММ-редакция чемпионата России по лыжным гонкам.